Привет, дорогие друзья! Вышло обновление Counter-Strike Global Offensive. Итак, хочу вам рассказать. Это у нас новое меню лобби, то есть с кем играл, друзья, опрос добавления в друзья, лобби поблизости, монетка, у кого были игры Counter-Strike, скажем так, более 5 лет на аккаунте Steam, неважно какая серия Counter-Strike, можно заказать оригинальную монетку. То есть настоящая монетка придет такая же, как и эта. Вот, ее можно повесить на стене, там куда-то либо прилепить, ну, что угодно сделать с ней, что захотите. Хоть на цепочку повесить и на шее носить постоянно. Посмотрим поподробней новое меню лобби. Все, в принципе, то же самое. Что добавили? Это добавка в друзья, посмотреть отправленные, принятые приглашения. Последние игры соперников, с кем играли, надо теперь там искать где-то дальше. Но самое прикольное, это вот лобби поблизости. Я живу в России. Откуда у меня здесь Ирак, Франция, Германия, Испания и все остальные страны? Украина. Ни одного русского лобби, я не понимаю, что... Рядом со мной нету, кто играет с Москвы, да, а Германия находится, хер знает где от меня. Классное лобби поблизости. Вот это именно косяк. Это конкретно именно косяк вот в поиске. Блин, ну я не знаю тут, что ответить абсолютно. В России что, такое ощущение, что одни силеры играют? Я сейчас запущу второй аккаунт, посмотрим тоже там, что будет. Следующий момент. Убрали негев. И револьвер R8. Для тех, кто любил пофаниться на сильверах, там брать негевы, делать минус 5 в голову, с револьвера простреливать, в соревновательном режиме его больше не будет. Ни негева, ни револьвера. Хоть у вас даже были скины на негев и на револьвер, это можно будет использовать где-то либо еще, но не в ММ. То есть не в самом матчмейкинге. Дальше, что еще сделали? Теперь можно будет смотреть трансляции именно на YouTube и получать шмотки. Потому что заключили недоговоренность, на этих выходных будет проходить матч сегодня в 10 часов. Начало, по-моему. Вот будет идти матч. Можете теперь смотреть спокойно на YouTube и получать шмотки. Такое небольшое обновление. Всем спасибо, всем пока.